По информации ГИБДД Самарской области, в связи с необходимостью укладки верхнего слоя асфальта на проезжей части, 28 и 29 мая будет ограничено движение транспортных средств по улице Новосадовой от Потапова до Советской армии, сообщает в своем телеграм-канале городской Дептранс. Движение будет осуществляться по дублеру улицы Новосадовой. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки в своем телеграм-канале приглашает горожан принять участие в вопросах, которые проходят на платформе обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В настоящее время доступны опросы по следующим темам. Оценка удовлетворенности услугами учреждений здравоохранения Самарской области по получению помощи пациенту с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, о трудоустройстве через Центр занятости населения. Оценка удовлетворенности услугами учреждений социальной защиты населения. Более подробная информация доступна по опубликованным ссылкам. Окунуться в атмосферу и культуру исполнения танцев народов Кавказа приглашают в телеграм-канале городской администрации. В Самаре в ДК железнодорожников имени Пушкина состоится концерт «Очаг мой Дагестан». Зрители ждут 28 мая к 15 часам. Кроме того, выступит казахский ансамбль «Танцы Мереке», армянский хореографический ансамбль «Нейри», таджикский инструментальный ансамбль «Карнай-Сурнай», а также башкирский народный ансамбль танца «Лисан». В телеграм-канале Красноглинского района рассказывают, как избежать травматизма на железнодорожном транспорте, памятка во вложении. Жителям города напоминают, железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, внимателен, дисциплинирован и ответственен в опасной зоне.